Мы отрезаем тоже маленькую кусочки веревки, чтобы на нее подвешать кормушку. У кормушки сделаны вот такие саморезы. Вот такие. Это не саморезы. Завернутые. Это саморезы. Саморезы. Только очень длинные. На. Сейчас будем вешать вот на это наклёное. Ты сначала завяжи, потом уже. Возле лыжни. Наши кормушки, они подписаны, пронумерованы. Сейчас мы будем ставить координаты вот этой, например, четвертой кормушки. А еще он, здесь надпись, а он пятая. Надпись координаты у меня в голове. Караван. Кормушка номер 5 нашла свое место в лесу. А мы нашли. Мы для нее нашли, да. Место нашли. Ее маленько не по-другому били, вешаем там другим способом. Без саморезов. Посмотрим, что ветки, получится. Ничего. Сейчас будет били прям плотно к ветке будем привязывать. Отметить точку, вот они координаты. Сейчас пишем кормушка номер 5 и все, сохраняем. Галочку нажимаем. И тут птицы все съели. Тут ничего не осталось, только одни кожурки. Приехали в лес, наше место опять. Птиц покормить, они уже обрадовались нам, уже тут вовсю шумят, слетаются к кормушкам. Уже знают, что мы им привезли что-то вкусненькое. А мы им привезли не только вкусненькое, вот в том ведре, а еще и огромную столовую. Такой сюрпризик. Огромная кормушка. Зачем мы такую кормушку сделали, объясните? Для того, чтобы можно было снимать видео. На кормушке. На кормушке. Просто на маленьких там маленькая площадь и резкость плохая. Вот видите, пухляки собрались.
Сейчас немножко боятся, потому что нас много, и мы тут что-то разговариваем. А вообще они вот подсматривают. Семечко хочешь тащить? Давай, давай. Разровняй. Да, удобнее. Ну хватит, хватит, хватит. Для начала. Подожди. Это на неделю хватит. Подожди, куда? Мы наблюдаем за птичками. Камеру уже установили. То есть мы там установили камеру другую, Соня. Вот пухляк подлетел. В ней Wi-Fi, и мы через смартфон можем смотреть, что происходит на кормушке, и при желании включать запись. Сейчас можем на эту кнопочку нажимаем. И сейчас придет. Запись пошла, вот как раз гости прилетели. Поползень. Поползень, как видите, тут у нас долго на кормушке обычно шарится. Выбирает семечки получше, да побольше. Набирает. А я там большую съел. Почищено. Вот, наверное, и не прилетает. Там кормушка. Птичку поймали! Подойди, пожалуйста. Птичку поймали! Сейчас мы птичку поймали. Кто? Да вот, Максим, птичек положит. Он не ловит. Наоборот, кормит.